Ну вот вы видите, мы срубили такую баньку, сразу спилили опиловку плоскостей, сделали кровельный для того, чтобы сразу смонтировать кровельный пирог. Сделали фигурную торцовку. Вот эта баня непростая такая, где-то есть стены, которые, если посмотреть на планировку, есть стены, где нет прямого угла. Врубили лавочки уличные, вынесли маурлаты, это усиливающие слеги выноса кровли, чтобы вынос кровли увеличить, для того, чтобы не заливало лавочки осадками. В общем, здесь будет такая душевая зона, и для того, чтобы немножко увеличить полезную площадь, и душевую зону нужно будет отсечь от дерева каким-то материалом, в данном случае здесь будет камнем облицовываться, и мы создали такие плоские стены, сделали. Вот. В дальнейшем, чтобы по мере усадки и усыхания бревна, чтобы здесь не защелило, мы сделали вот такие затесы. По мере усыхания будет усаживаться бревно, и здесь появятся, ну, минимальные щелки в 2 мм, нежели на классической чашке на круглой, или если бы здесь не было затеса, а был бы прямой, как лафет, как у лафета чашка. Здесь у нас получается у баньки проходная зона такая под кровлей. И для того, чтобы не создавать неудобства прохода, если бы мы рубили этот угол в чашку, то был бы большой вынос бревна в эту сторону и в эту сторону. И мы решили сделать здесь этот угол в лапу. Лапа такая с выносом. И она все-таки меньше полезной площади съедает. Производится выгрузка бревен нашей баньки, аккуратно складируется, потом это все будет антисептироваться и укладываться на утеплитель линцы. Это завершение. Кладем последнее бревно нашей баньки.